Может ли коснуться это рядового гражданина? Ну, возможно, и рядовым гражданам запретят, какие-то санкции будут на отдых, на открытие счетов. Ну, я считаю, что все это такая ерунда. Все, прошу прощения, злобные потуги Америки все-таки закончатся, к сожалению, в их же сторону только минусом. Потому что у нас есть прекрасный Крым, отличная Сочи, и мы не будем сильно переживать по этому поводу.